В Анадырском доме народного творчества открылась выставка «Драгоценный мир живой природы». Жители и гости окружной столицы могут увидеть фотографии редких памятных монет, являющихся нумизматической ценностью. По словам управляющего Анадырским отделением Дальневосточного главного управления Банка России Сергея Круглова, посетители смогут не только подробно изучить изображения на монетах, оценить мастерство художников-медальеров, но и узнать интересные факты о повадках и среде обитания исчезающих и редких животных нашей страны. Серии памятных монет «Сохрани наш мир» и «Красная книга» появились в 1993 году. С тех пор было выпущено более 150 монет данной тематики.